слушатели, мы с вами находимся на 124 этаже самого высокого, самого огромного небоскреба в мире, который находится в городе Дубай. И небоскреб этот называется Бурдж-Халиф. 124 этаж, высота 452 метра. Есть еще выше площадка смотровая, 148 метров, 148 этажей и высота 550 метров. Но сам Бурдж-Халиф, он гораздо-гораздо выше, чем 452 метра. Он еще в два раза выше. И вот, мои зрители уважаемые, посмотрите, какие прекрасные виды. И согласитесь, что это фантастика. Знаете, приехать сюда, во-первых, я нашла эту экскурсию в интернете. Но я ее купила не в интернете, а просто спустилась в фойе, в вестибюль нашего отеля и купила там. И через полчаса я уже здесь гуляла по этой площадке. В общем, это фантастика. Поднялись мы на лифте буквально за несколько минут. Ну, не знаю, если минуты три поднимались, но это 124 этажа. Это фантастично. И сам вид прекрасный, вечерний вид. Просто завораживает, уважаемые зрители. И я хочу, чтобы вам тоже передалось это состояние восторга перед, знаете, перед чем? Перед теми людьми, которые могут мечту преобразовать в реальность. И те талантливые люди, инженеры, которые создали вот такую башню, и такой красивый город. Ну, замечательно. Мы, конечно, не живем в этом городе. Мы только приехали на несколько дней. И здесь очень много людей со всех концов света, из Америки, из Африки, из Азии, Европы. Очень разные люди, разноголосые, разноязычные. И вот мы все гости, но как нас классно принимают здесь, если бы только знали. И мы посмотрели на этот прекрасный город, на эталон. Вот каким должен быть современный город? Красивый, чистый, прекрасный, с вежливыми людьми, с вежливыми полицейскими. Ну, в общем, идеальные, с красивыми автомобилями.